Каждодневные репетиции, моральная, физическая подготовка и долгожданный выход на одну из самых значимых сцен Улан-Удэ. Все это ради лучших дефиле, незабываемых эмоций и титула победительницы. Самые красивые, обаятельные, харизматичные и уверенные в себе девушки собрались сегодня в стенах театра оперы и балета, чтобы выяснить, кто же заберет главную корону главного конкурса красоты «Краса Бурятии». За каждой из 27 участниц непоколебимая поддержка и любовь близких людей. Красивая, веселая, общительная и очень открытый человек. Она очень умная, красивая, целеустремленная и безумно классная, крутая. Красивая. Еще. Умная и заботливая. Красивая, добрая, умная. В этом году конкурс отметил свой 25-летний юбилей. В честь этого на мероприятие пригласили представительниц из Китая, Монголии, Калмыкии, Тувы, Иркутской области и Забайкальского края. Они поборолись за звание мисс монгольских наций. Еще одна из главных корон – юная краса Бурятии. Самые волнительные минуты перед выходом на сцену участницы поделились своими эмоциями и ожиданиями. Очень круто, все нравится. Сейчас все на адреналине, все очень классно. Настрой боевой, ощущения очень волнительные, но также мне очень хочется выступить, попробовать себя наконец-таки в этом. Вы первый раз участвуете? Да. Ранее я участвовала в Мисс Улан-Удэ в 2022 году и сейчас решила поучаствовать в Мисс Монгольских наций в рамках проведения конкурса «Краса Бурятия». Какие ожидания от конкурса? Ожидания уже получила, это я познакомилась со всеми девочками. Мне кажется, это самое лучшее, что могло со мной произойти, потому что девочки сами такие очень хорошие, вообще просто в самое сердце. Томительное ожидание решения жюри, и вот итоги главного конкурса красоты Бурятии. Мисс монгольских наций, гостья из Монголии, Давасурен Бембасурен. Юной красой Бурятии признана Дари Ускеева. Краса Бурятии 2024 Евгения Гулгенова. Девушке 17 лет, она еще учится в школе, занимается большим теннисом, пением, рисованием и изучает иностранные языки. Среди зрителей были и победительницы конкурсов красоты прошлых лет. Одна из них дала напутствие каждой девушке, мечтающей о титуле и короне. Не переживать, верить в себя, в свои силы. И самое главное – это участие, а не победа. Потому что благодаря участию мы приобретаем уверенность в себе, новые знакомства и веру в себя. Это самое главное. Победительницы будут представлять Бурятию на всероссийском конкурсе «Краса России». Олеся Цыкина, Бато Гармын. Новости дня.